Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Сегодня мы с вами сделаем первый запуск игрушки под названием Shadow Tactics Blades of the Shogun или Теневая Тактика Лезвие Сёгуна. Эта игрушка еще пока что не вышла, и она выйдет через несколько дней, но у нас уже, по милости разработчика, есть возможность, скажем так, ее заценить. То есть ревью-версию нам прислали, за что мы огромную благодарность выражаем разработчикам. А также я оставил ссылочку на эту игру обязательно в описании, потому что игрушка обещает быть очень интересной и очень красивой, что немаловажно. Поэтому, если вам нравятся такие игры, то вы чувствуете себя свободно и смело, переходите по ссылке и покупайте эту игру, поддерживайте разработчиков. А мы с вами начинаем новую игру. Начать новую игру. Игрок. Сбалансированная сложность. Так должно выглядеть первое прохождение игры по замыслу авторов. Игра не слишком проста, но достаточно снисходительна. Так, мы в любой момент можем через меню миссии изменить. У нас есть, смотри, профессионал. Я не профессионал, я скорее новичок в таких играх, но я все-таки поиграю, наверное, на среднем уровне. Потому что так вот разработчики сами задумывали. Поехали. Выбрать язык диалога. Пожалуйста, выберите язык для диалога. Ну, конечно. Подожди. Язык для диалога. Я русский хочу. Черт. Может быть, эта запись просто будет тогда проигрываться. Давай выберем английский. Английский мы немножечко понимаем. Огнестрельное оружие взрывчатка требует наличия боеприпасов. Если ваши запасы на исходе, ищите ящики с припасами вокруг. Это первая загрузка уровня, нас предупреждают. Игрушка будет в изометрической у нас развертке. Насколько я понимаю, это будет стелс, экшен с элементами стратегии. Нам придется проходить много уровней, при этом не всегда открытое противостояние будет нам на руку. И эта игрушка разработана студией, насколько я понимаю, Mimimi Games. Как-то так она называется. Ну и также выпущена под эгидой студии Dedelic Entertainment, которая выпускает очень и очень-очень крутые игрухи. А вот и уровень загрузился. Продолжаем, поехали. Игра не должна у нас висеть зависшей. Действительно, картинка уже даже с самого загрузочного экрана. Япония. Ранний период Эдо. А если бы японскими поставили, ну, что-нибудь такое. Вау, ты посмотри, как красиво она нарисована. Реально, очень круто. Вот часто я такие игры недолюбливаю за то, что у них очень топорная графика. Ничего личного. Ты не должен предупредить остальных. Хаято, видимо, это наш главный герой. Пока Грант Леон нас пилит в серии по Watch Dogs 2, мы с вами играем в обзорчик. Ох ты, смотри, ты... Что ж такое здесь? Похоже, целые полчища охраны. Кто бы мог подумать? Возможно, все кажется не так уж просто. Да, меня это, честно говоря, не очень радует. Ну да ладно, мы не боимся сложности. Ничего особенного не происходит. Но на всякий случай лучше не высовываться. Да, это абсолютно правильно. Повсюду баррикады. Но они готовятся к следующей атаке Сёгуна. Нам как бы показывают уровень, чтобы мы примерно прикинули, что нас здесь ждет. Первая цель — добраться до тех ворот. Выйдет неплохая разминка перед настоящим заданием. Но вначале всегда нам проведут какое-то обучение, нам расскажут, что нам нужно здесь сделать. Забраться туда не проблема, но нужно спешить, Сёгун скоро начнет наступление. Так, как у нас управление происходит? А, мышкой, соответственно, мы просто можем вот так... А слушай, а мы не можем просто... Да что это я делаю? Что-то я нажимаю вверх, он почему-то... Что с ним происходит? Ага, вот так вот мы можем управлять. Блин, немножко неудобно. Надо было немножко переназначить. Мне кажется, WASD было бы поудобнее. Давайте-ка сделаем. Хотя, знаете, покопавшись в настройках, я понял, что лучше, наверное, там не трогать. Потому что все эти кнопки будут использоваться для каких-то тактик своих. Так, давайте-ка разберемся. Будем, если что, мышкой вот так вот управлять. Что нам нужно сделать? Смотри, какой-то здесь мужик лежит. Левый контрол. Что? Ага, я могу поднять и засунуть его в ящик. Ну-ка, поместится? Погоди, в ящик положила. В ящик, да? Двойное маус. Left. Ага. Левая кнопка мыши, двойная у нас бег. Перепрыгнуть. А как у нас прыгать? Вот я подхожу. И чё? Ага, вот так я просто прыгаю. О, прикольно. Последнее сохранение. Минута. А что это значит? Нам, видимо, какое-то время еще дают. Наверное, сюда можно запрыгнуть. Или... Ага, вот по лазе я могу забраться. Слушай, я, честно говоря, в такие игры еще ни разу не играл. Обычно все это было такое, знаешь, обычная стандартная стратегия. Ну, скажем так, на плоскости у нас не было никаких особо подъемов там. Так, что мне сделать мне нужно? Убить его надо, противник, он меня, наверное, увидит. 6 месяцев! Сколько еще это будет продолжаться? Я думаю, что
Неважно, в этот замок не проник никто. Ни одна крыса. Сёгуна. А я крыса Сёгуна, я даже не знаю, кто я. Левый контрол. Нажмите левый контрол, чтобы... А что мне нужно? Смотри, я хочу взять. Ага. Использовать. Нажмите левый контрол. Подожди, я хочу вот взять. Ага, вот я взял. Нажмите B, чтобы открыть журнал заданий. В нем указаны цели миссии. Окей-юшки. Так. В нем также содержатся подсказки и записи всех слышанных вами разговоров. Ничего себе. Совет. Все принятые вами обучающие миссии также заносятся в журнал заданий. Понятно. Куда нам дальше-то? Я, видимо, убивать их пока что не должен. Быстро прыгай. Ой, смотри-ка. Так, поехали. Что это такое сейчас было? Какие-то непонятные фейерверки или что там? Тихо-тихо, убегай. Вращение камеры, держите левый альт. Ага, вот. Вау, ничего себе. Смотри, как здесь можно крутить, вертеть. Вообще красотень. Так, левый, у нас колесом, кстати, мы тоже можем двигать. Можем отдалять, приближать. Ху-ху-ху, вообще прикол. Так, ладно, поехали. Нам нужно сюда. Чё двигаться, как вода, говорит. Давай-ка возьмем этот свиточек. Я не знаю, к чему он. Вы можете выполнить быстрое сохранение игры в любой момент. Понятно. Нажмите F5 для быстрого сохранения, нажмите F8 для быстрой загрузки. Понятно. Таймер сверху отсчитывает время, прошедшее после последнего быстрого сохранения. Не знаю, к чему это. Зачем нам это нужно, но мы должны сейчас... Ага, крюк-кошка нам нужен. Слушай, мы подбираем какие-то свитки. А что это такое? Вот, допустим, я A, если нажму. Если я пробел нажму, он у меня садится. Окей. Так, а если Ctrl, он у меня чего-то делает. Ага, типа использует что-то там. G, я взял какой-то свиток, и также A, если я возьму, у меня катану, видимо. Ага, говорит, время для работы мечом. Нет, пока что еще не время. Сброс камеры, это нажать вот так. Ага, то есть камера здесь, как бы она автоматически, типа, настраивается. Я, говорит, ты сюда пройти не могу. Быстрое сохранение. Вот это мне не надо пока что. Давай-ка противника убьем. Ну, нужно нажать, выбрать, наверное, меч, катану. Энджуцу. Нападай. Как нифига себе мы его закоцали. Тихо, все собраться! Кричит он. Сёгун готов к наступлению, мы достойны их встретим. Вот это самое время, конечно, сейчас. Давай-ка сейчас заберем этого чувака. Мне кажется, нужно его забирать и куда-то спрятать. В кусты. Давай, в кусты прячемся. Опа, а я в кусты могу спрятаться? О, реально меня не видно здесь. Круто. Так, идем дальше. Тетка ходит какая-то. Тетка меня спалить, кстати, может. Быстро-быстро перебегай. Все, отлично. Никто ничего не видит. А что, мы можем пойти и зайти сюда? Ага, и просто выйти. Понятно. Здесь нам ничего не нужно, а вот сюда, наверное, пройти стоит. Давай пойдем его кокнем. По-быстрому. Подсветка H. Ха, умерли от голода, плохая смерть. Кого мы подсветить-то должны? Зачем мне нужно кого-то подсвечивать? Давай-ка его попробуем кокнуть сейчас. Так, садись. Давай, быстро его снимем. Бесшовный убийца. Время спрятать его куда-нибудь. Давай его просто сюда же бросим. А чё, они придут, посмотрят. Ну, трупаки валяются, они даже не заметят. Вот так вот, смотри-ка, все. Я, по-моему, его реально просто его закопал в этом поле. Так, что-то я еще раз взял. Хаято использует умение ниндзяцо для быстрой и тихой ликвидации врагов. Окей, это мы знаем. Нажмите А, чтобы выбрать врага, или левый маус, чтобы его убить. Но это тоже мы уже сделали. Для нелетального здесь нажмите Y, то есть Y, и выберите нокаут. Или смените режим для панели умений. Совет, зажмите левый контрол, и Хаят автоматически поднимет тело. Ага, вот так вот. Ну слушай, вот это с этим надо немножечко разбираться, потому что это же надо все запомнить. Смотри-ка, это что, крюк я могу здесь использовать, да? Опа, отлично, так. Куда еще? Давай еще наверх. Фиг меня, кто здесь западал зря. Так, пошли. Двоих вот этих мы пока что кокнуть, наверное, не сможем. Сюда. Бесшумно, говорит. А по заборчику, наверное, тоже мы не сможем никак... перебраться. Как нам отсюда спускаться теперь? Ага, давай-ка вот сюда прыгнем. Вот. А я смогу здесь пройти? Нет, мне кажется, не смогу. Есть только возможность... Вот, смотри, какой-то здесь крюк есть. Мне кажется, эту женщину не стоит вообще беспокоить. Она что сейчас делает? Она пойдет, не пойдет? Мирный житель. Лучше ее не убивать, конечно же. Не знаю, она за нас, не за нас. Ну-ка, давай. Так, давай спрыгиваем. Я вхожу, говорит. Давай зайдем сюда. Опа, там вроде никого нет. Ага, здесь нельзя выйти. Окей, нужно быстро, быстрое сохранение, быстро. Или вот это быстрое сохранение, или что это мы берем? Свитки какие-то мы берем. У всех врагов есть поле зрения, обозначенное зеленым конусом. Ага, понятно. Видели врага, используйте левую кнопку, правую кнопку мыши, чтобы увидеть его поле зрения. Если вы попадете в поле зрения, конус начнет закрашиваться желтым. Если вас коснется желтый свет, враг заметит вас и поднимет тревогу. Ой, это хреново. Так, садись.
Куда мы здесь? Вон в кусты, если что, сможем спрятаться. Можем даже отлить, бегать. Тихо-тихо, убегаем. Можем пробраться мимо или убрать его без шума. А куда нам пробраться-то нужно? Нам пробраться, видимо, вот к следующей подсказке нужно. Давайте-ка без шума это сделаем. А зачем нам лишнее убивать кого-то? Так, вот я спрятался. Никто меня не видит. Куда мы еще можем спрятаться с вами? H, как у нас подсветка была? Ага, вот подсветка. Смотри, по-моему, мы сюда вот можем в колодец спрыгнуть. Давай попробуем это сделать. Глянем. Иногда в комментариях, ребята, вы пишете, типа, а почему ты говоришь... А что я... Погоди, мне лучше уходи отсюда, нифига. Лучше... Там нельзя спрятаться, смотри-ка. Не обращай внимания, просто проходи мимо. Спрашивай, почему я, когда что-то я комментирую, я обращаюсь на ты? Потому что я как бы обращаюсь к тебе, мой зритель. Да-да, вот именно к тебе, кто сейчас сидит, все это дело смотрит. Полуприсед, нажмите. Это я уже знаю, что нам нужно делать. Давай-ка возьмем этот свиток. Поле зрения противника делится на две зоны, яркую и темную. Нажмите Space, чтобы перейти в полуприсед и пройти темную зону незамечен. А, то есть темная зона спокойно проходится незамеченно сидя. Объекты, подобные кустам и камням, создают для вас темную зону. Понятно? В полуприседе вы можете затаиться даже на возвышенности. Окей, темная зона. Как же нам его посмотреть-то, а? Вот смотри, вот так. А, вот теперь я вижу. Темная зона, это, я так понимаю, вот как раз вот эти вот штукенции. Пуктер, садись, все тихо. Подожди, я же в полуприседе шел. Ты иди нафиг. Какого хрена? Погоди, почему он меня увидел? Я же в полуприседе был. Зарослях на четвереньках? Все, меня сейчас убьют. Ой, придется умереть. Миссия провальна, один из ваших героев погиб. Один. Загрузить, слушай. А у нас было сохранение, автосохранение-то какое-нибудь? Ай, мы ничего не сохраняли! Погоди, заново что ли? Капец, ребята, это что, придется с самого начала все проходить? Ну-ка, стоп. Конец игры, да, я понял. Быстрая загрузка. У нас не было же ничего. Загрузить сохраненную игру. Она у нас была? Сейчас проверим. Ой, с самого начала, ну, капздец. Ладно, сейчас добежим. Ну что ж, мы пришли на то место, где мы закончили. Теперь нам нужно каким-то образом пробраться. Как нам удалось скрыться там? Вот смотри, вот я зашел туда. Вот я спрятался. Все, меня не видно. Ага, вот теперь понятно. Мне кажется, потому что мы с вами бежали. Поэтому он нас и увидел. Ну-ка, бери свиток. Хаят умеет отвлекать врагов, бросая камни. Держите D, укажите место и нажмите D, чтобы бросить туда камень. Да, для этого специально нам нужны эти кнопки. Вокруг враги, попавшие внутрь синего круга, будут несколько секунд смотреть в направлении шума. Врагов не подманить камнями, но отвлечение внимания на пару секунд дорогого стоит. Они слишком близко, но не стоит вступать в схватку, лучше отвлечь внимание. Так, а как? А, просто он из любого места может бросить камень. Так, давайте сначала посмотрим на их поля видимости. А куда нам? Нам сюда вот нужно пробежать, да, насколько я понимаю? Да, видимо так. Давай-ка попробуем. В прошлый раз проблема моя была в том, что я бежал. Поэтому он меня увидел, конечно же. Давай-ка бросим вот сюда. Пу! Так. Слушай, он вообще не реагирует, что ли? Ты чё? А, вот так вот я их должен как бы захватить. Давай. Давай сюда, давай сюда. Пробегай. Опа, move like water. Все, сел, ха-ха-ха. Фиг ты меня увидишь, так, давай-ка еще один кинем. Еще один камень! Да, ты там слышал. Давай, беги быстрее сюда, скорее прыгай вниз. Что такое происходит? Здесь тоже заперто, вариантов все меньше. По-моему, там какой-то обстрел уже начался. Проклятие, началось наступление, нужно как-то пробраться внутрь. Да, вот это мне не хватало. Муген, вперед, за Сёгуна! Муген сейчас вам покажет всем. Слушай, нифига себе, там супервоин какой прибежал с двумя катанами. Ааа, будьте прокляты! Тебе некуда бежать, покажись! Самурай, лично вижу, лезу на рожон. Неприятно признавать, но он мой единственный шанс, нужно ему помочь. А ты за кого вообще, если ты не за тех, не за других? Давайте-ка возьмем вот этот свиточек. Мы же можем пробраться. Просто пройти мимо. Как же нам теперь пройти мимо-то, а? Чтоб нас не запалили. Давай-ка возьмем свиток, нам, наверное, расскажут здесь. Это подсказочка. Сюрикен Хаято убивает одного врага на средней дистанции. А, то есть мы можем бросать его. Нажмите S, укажите цели, используйте левый маус для того, чтобы бросить сюрикен. Синий круг отображает шум, создаваемый умирающим врагом. Не забудьте вывернуть сюрикен перед дислокацией. То есть его забрать нужно будет. А, отлично, достаточно далеко друг от друга. Если использую сюрикен, никто ничего не услышит. А потом будет слишком поздно.
Так, давайте-ка сразу мы посмотрим на его поле обозрения. Также нам нужно, наверное, быстро сохраниться. Давайте это сделаем, чтобы в следующий раз не пришлось заново нам это все дело проходить. Как он сказал, нажмите на S. Shuriken. Или что, прямо отсюда можешь бросить? Мне кажется, он должен куда-то отойти. Давай-ка бросим камень сначала сюда. Так, вот он сюда отошел. А теперь мы бросаем Shuriken. Попался. Ты забирай его. Он умирает, смотри. Забираем Shuriken. Погоди, нам надо спрятать, наверное, тело. А я Shuriken забрал, нет? Shuriken я забрал. Shuriken! Так, а как нам убрать-то? Ага, вот так. Сначала мы должны пройти здесь. Ну что, идем дальше? Нам вот этого, наверное, теперь надо сбить. А как мы его собьем? А мы, наверное, потом заберем у него. Shuriken, ready. Давай-ка сюда. Давай сюда. Shuriken. Using Shuriken. Blades, no Shuriken. Shuriken. Слушай, мне определенно нравится его акцент. Побежали сюда. Забирай Shuriken. Shuriken ты забрал, нет? Сбрасывай его тело. Бум! Что у нас здесь? Наверное, нужно открыть ворота, да? Так, ворота. Что это было? О! Отвлеклись. И не тут-то было. Нифига, он вообще супермонстр какой. Я только сейчас тебя заметил. Скажи свое имя. Позволь как следует отблагодарить тебя. Может, сначала пропустишь внутрь? Поблагодаришь, глядя в лицо. Ха-ха, разумно. Я отплачу тебе, отперев ворота. Ну ладно, спасибо. Ниндзюцу. Ниндзюцу, не надо нам ниндзюцу. Возвращайся сюда. А как нам сюда? Нужно, говорит, пройти каким-то образом. Да не нужен мне Shuriken, уберись ты. Так, как мы пройдем-то дальше? Отперев ворота, он говорит. Может быть, нам нужно, смотри-ка. Нужно с ним поговорить или что? Пройти здесь невозможно. Нам нужно каким-то образом где-то пройти. Вот здесь, наверное, мы не запрыгнем. Я правильно понимаю? Давайте смотреть, может быть, где-то зацепиться сможем. А, я ему должен открыть, наверное, ворота все-таки. Или ворота я уже открыл. Выбор персонажа. Правая кнопка мыши. Вот оно что. Ты смотри-ка. Офигеть. У меня еще и другой персонаж тут появился. Давай-ка быстро сохранимся на всякий случай. Полезная штука будет, кстати. Что, я теперь им играю? Офигеть. Муген может использовать свою бутылку саке как приманку для врагов. Типа, иди бухни, да? Нажмите D, чтобы уметь... Понятно. Короче, как камень, то же самое. Противник может заметить бутылку, если она попала в яркую зону его поля зрения. Если противник взял бутылку, его нужно оглушить ударом сзади. Так, а я тоже же могу, по идее, здесь скрытно, да, действовать? Саке придется свое выбросить. Ну, давай попробуем. Слушай, а он как? А как он подойдет? Он увидит его? Сказал, что в поле должен попасть в яркое. Давай. Let us be quick. Ай, куда пошел? Куда пошел? В сторону уходи! Твою мать! Давай, бей его! Не получилось! Валим, 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 валим! Черт, прячься! Капец! Кого он там рубит-то, идиот? Иди сюда! Офигеть! Ну слушай, конечно, мы не справимся. Нет. Быстрая загрузка, поехали! Загрузить, сохранить. Да, по крайней мере, мы сохранились. Это очень здорово. Так, не получилось у нас. Немножко с управлением надо освоиться, потому что не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Так, давай, забирай. Так, все, это мы видели. Еще раз, смотрим, значит, куда на его поле зрения, подходим сюда. Теперь мы выбираем и бросаем. Давай. А, он так бросить просто не может, вот что. Он просто не может так бросить. Так, погоди. Мы подходим сюда, давайте, просто надо разобраться с управлением. Вот смотри, вот сюда вроде как я его могу подманить. О, смотри-ка. О, найс, иди давай туда. Иди туда, дружище. А мы к нему подбежим. Давай. Быстро. Ай! Класс, куда его теперь скинуть-то только? Давай просто в угол он сбросим. Ты куда-то положил его. Побежали дальше. Что у нас? Ой, стоп. Давай-ка присядем сначала. Прокрадывайся, чтоб тебя никто не увидел. Бери эту штуку. Муген своим умением разящий ветер способен убить врагов в радиусе действия. Я видел его, кстати. Нажав S, вы укажете место, используйте левый маус, чтобы провести атаку.
Могу я сделать рывок в центр красного круга, бьет всех, кто в его радусе. Разящий ветер очень эффективен, но долго перезаряжает. Используйте его, смотрите. Ага, то есть я, по идее... Казакири! Или как он, S называется, да? Давай-ка пока что сюда, вот так вот в кусты зайдем. Он же меня не видит. О, возможно, могу воспользоваться этой пушкой, но сначала мне нужно их убить, да? Давай-ка сюда. С. Вот, смотри, сюда. Есть! Все, кончились. Убить трех врагов в буре меча Мугена. У нас даже какое-то достижение. Ну-ка, давай-ка пушечку возьмем. А, нам ворота нужно разбить. Ну все. Теперь попасть можно внутрь. Я не знаю, ну наш главный герой такой, супер-ниндзя. Еще раз благодарю за помощь. Я Ашира Муген. А твое имя? Хаято из региона Ига. Ига? Понятно. Ходили слухи, что Сёгун нанял Синоби. Скажи, какова твоя миссия? Какова моя миссия? Моя миссия очень непонятна. Нужно пробраться в главный... Нам нужно открыть Ягурамон. Главные ворота. Какой абсурд! Они тяжело укреплены. Смотри, там рейдены какие-то сражаются. Оно только снаружи. Одна бочка пороха решит проблему. Нужно только пробраться на позицию. Ничего себе. Смотри-ка. Сколько их там? Пугающая задача. Что ж, я пойду с тобой. Это щедрое предложение. Я работаю, чтобы убедиться, что место не просматривается. Используйте детектор обзора. Как? Укажите нужную точку. Зажав правый маус, поставьте на нее детектор обзора. Враг в поле зрения, который попадает в детектор обзора, подсвечивается. Как только он выпадает из поля зрения, подсветка убирается. И слово об этом. Мы вместе добьемся успеха там, где не справились бы в одиночку. Говори за себя. Ладно, как пожелаешь, но нужно действовать тихо, иначе далеко нам не уйти. Это офигеть, потому что нам придется контролировать не одного героя, а целых двоих теперь. Куда идем-то? Мы, видимо, вот сюда должны забираться. Просто пройти. Быстро. Давай-ка сядем, чтобы осторожненько пробираться сюда. Смотри-ка, он, кстати, здесь ходит. Детектор обзора нам нужно вот так вот сделать. Ага, вот так вот, смотри-ка. Хе-хе-хе. Теперь все видно. Что, попробуем вот этого сейчас скокнуть, а? Ребята, тот-то, правда, просматривает, нет? Или он не видит? Смотри-ка, что-то он видит там, смотри-ка. Палит что-то, смотри-ка. Ой, боюсь. Пойду туда, он меня запалит. Давайте сохранимся тогда лучше. F5. У нас F5. F5, есть! Сохранение пошло. И куда-то он убежал быстро. Значит, что у нас здесь? Вот один охранничек здесь стоит. Кажется, самое время пробираться. Опа, все отлично. Не оставляй трупы на виду, прячься в кустах, в бочках. Кто бы мог подумать, что однажды меня будет учить Шиноби. Смотри, я, по идее, могу переключиться на него и... Он тоже умеет? А он не умеет, кстати, так делать. Он не умеет так ходить. И в комнату он тоже зайти не может. Так, лучше спрятаться тогда. Так, поехали, у нас, кстати, он подходит, этот чувак. Быстро достаем. Не пытайся бежать. Хватай его и быстро его прячь в кусты. Есть, все, спрятали. Так, эти двое пришли, они ничего не заподозрили. Теперь надо каким-то образом вот этого убить. Наверное, надо пробираться. А мы кинем сейчас туда, смотри, камень кинем туда. Давай-ка мы можем эту штуку уже убрать. Так, а сюда я не смогу, наверное, бросить. Давай вот сейчас смотри, как мы сделаем. Мы сейчас бросим камень вот сюда. Ты бросаешь камень? И перебираемся быстро вот сюда. И заходим в дом. Можем выбраться наверх. Эй, где я? С той стороны? Ой-ой-ой, убегай! Погоди, а как убежать-то обратно? Вот так убежать быстро! Какого черта я вышел с той стороны? Я думал, я на крышу поднялся. Черт! Миссия провалена. Так, погоди, смотри-ка. 1:18. Почему раньше такого не было у меня? А, потому что несколько... Он 3 последних быстрых сохранения хранит. Все, понятно. Так, давай вот эту загрузим. Ну, погоди. Мы должны все-таки пройти эту миссию. Ну, что ж такое-то? Самое начало. Дальше, я думаю, вообще жесть будет адово. Кстати, можете пока что уже быстренько писать о ваших впечатлениях об этой игре. Как вам она вообще? Как вам такой жанр? Потому что здесь слишком сильно-то шашкой не помашешь. Катаной, точнее. Здесь придется думать башкой. Blades ready. Лезвия или ножи, или мечи готовы. Сейчас мы ему быстренько вскроем глоточку. Даже не заподозрит ничего. Есть! Контрол сразу, смотри-ка, взяли. Точно, контрол если держишь, он его сразу же... Бросает в кусты его. Все. Завалил в кусты.
А если я сюда проберусь, смотри-ка. Ой, не надо, не надо, не надо, не надо, спускайся вниз, родной. Лучше не надо тут. А я сюрикена, наверное, смогу сбросить. Его, смотри-ка, точно. Шурикен. Погоди, шурикен. Шурикен джитсу. Got you. Попался, касатик. Давай-ка быстро его хватай. Хватай его. И убегаем куда-нибудь в кусты, вон давай его затащи. Время двигаться, говорит. Все, прошли. А как нам этого чела теперь сюда поднять-то? Я даже не понял. Вот он здесь стоит, значит. Как он сюда сможет зайти? Может быть, эти ворота надо ему открыть? Смотри-ка. А, ну ладно. Видимо, да, действительно придется сейчас сначала всех там перерезать. Побежали. Сейчас разберемся с ними. Шурикен. Вот это точно шурикен надо сделать сейчас. Шурикен. Шурикен. Рейтип, смотри-ка, немножко мы не подходим, да, по-моему? Давай-ка шурикен сюда. Юзин шурикен. Вставай. Юзин шурикен. Садись. Быстро, быстро, быстро сел. Прячемся вниз. Спускайся. Все, он упал, и его там никто, по идее, не должен заподозрить. А я, мне кажется, могу сюда вот... Смотри, они идут. Ой-ой-ой, они уже близко идут. Сейчас, погоди, погоди, я подожду. Шурикен мой надо забрать теперь, сходить на балкон, смотри-ка. Ну, я думаю, что мы с ним справимся, вот с этим тоже лохом справимся. Он тут спит на работе. Пузыри пускает из носа. Что, все, они уходят, смотри. Давай-ка быстро побежали туда. Опа! Есть! Да, сюда. Шурикен забрал? Все, он забрал его? Отлично. Теперь прячь. Давай, заходи. Заходи, дорогой. Ну что, куда мы сейчас выйдем? Вот, смотри, все, мне кажется, самое время сейчас быстро от него избавляться. Не надо, вот так. Short ready. Отлично. Поднимай. Бросай его сюда быстро. И сам садись. Сел? Все. Кто там что палит? Я же типа невидимый, да, сейчас? Насколько я понимаю. Ну и что, как от них избавляться? Давайте смотреть, кто у нас еще здесь. Вот здесь один мыган есть, мы его точно кокнем спокойно, без проблем. Смотри, он ходит туда-сюда. Я надеюсь, что это все мужики. Ну, выглядят они как мужики, правда, шишки у них на головах. И вот эти ворота, кстати, нам тоже открыть надо. Что, мы пойдем? Давай вот этого сейчас кокнем. На всякий случай. Сейчас, погоди, он, мне кажется, как-то сюда сейчас пойдет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, прячься, быстро. Сейчас он отвернется, и мы туда побежим к нему. Побежали, побежали, побежали. Шурикен! Быстро, 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 беги, 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 беги. Отлично, и тело мы прячем. Шурикен забрал? Надеюсь. Все, отлично. Как нам? Двоих, наверное, нам не удастся здесь убить. Вот этим главным героем. Попробуем сейчас ворота открыть. Я так полагаю, что мы сможем это сделать. Сейчас они пройдут. Здесь главное не торопиться. Конечно, я уверен, что здесь за быстрое прохождение дают какие-то очки. Кстати, мы, по-моему, сюда тоже можем, да, пройти. И кокну. Что у нас, смотри, показывает что-то такое. Какую-то волну. Смотри, какая-то волна показана. Так, давай-ка быстро побежали. Попробуем открыть ворота. Ворот открыт. О, отлично, все, я могу выйти. А что ты-то ходишь-то? Эй, мужик. А где он у меня? Вот он у меня, ну-ка, третий. Мы must be quick. Давай-ка, 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 пошли. Все, он-то теперь точно может двигаться. Своим супер крутым ударом. Проветер там что-то у нас было. Давай-ка. Ага, ему нужно пройти сначала сюда. А он же может сюда пройти, я надеюсь. Тихо, тихо, тихо. Ой, зачем ты это сделал? Убери ты. Убери ты эту гадость отсюда. Давай-ка, проходи. Быстро сюда и прячься, прячься, прячься в кусты. А интересно, вдвоем мы можем в кустах сидеть? Заходи. В кустах вдвоем. Двое в кустах. Так, сразу выбираем Мугена нашего. Сейчас двойные убийства у нас пойдут. Эсочка активировали. Как круто сидеть и знать, что сейчас мы их кокнем. А они идут, значит, ничего не подозревают. Что-то есть вот такое, знаете, романтическое во всех вот этих стелсах. Быстро. Не двигаться. Есть. Отлично. Теперь осталось тела утилизировать. Как он его тащит. Прикольно. Давай-ка еще второго тоже забирай. Смотри, вот там у нас двое касатиков еще вот здесь есть. Видимо, тоже к ним нужно так же точно пробираться. Двое. Поехали, значит, Мугена. Мугена, у него все, у него восстановилось. Восстановилось, все, пошли наверх туда.
Я надеюсь, вот эти хрены меня не увидят. Могут увидеть, кстати, соломенная шляпа. Так, пошли-ка лучше вот отсюда подойдем. Так, побежали. Вот там, кстати, еще какой-то хрен ходит, просматривает немножко. На пути, говорит. Сядь. Аккуратно. Так, эсочка. Побежали. Быстро, 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 быстро. Кока их. Есть. Отлично. Слушай, не заподозрил он меня? Уходим, уходим, уходим. Надо куда-то их прятать. Тела куда-то надо спрятать. Быстро, быстро, побежали, 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 побежали. Быстро, прячь. Отлично. Одно тело спрятали. Блин, у нас там уже время какое-то красное у нас стало. Так, давай-ка прячься сюда. Соломенная шляпа, по-моему, ходит, вообще ничего не поднимает, не понимает. Куда нам дальше-то? Вот сюда, нам сюда нужно пройти. Так, переворачиваем нашего главного героя. Давай-ка пусть он идет сюда. Quick. Быстро. Интересно, вот этих мы можем убить? Соломенных шляп. Так, спрятались. Все, сидим. Что у нас здесь? Смотри-ка, вот эти не обращают внимания. Они там воюют. Ты посмотри, они там вообще воюют во все. Ну ладно, пусть воюют, мы не будем их никак смущать. Вот у нас, значит, есть. Вот этот вот. Этого мы кокнем сейчас быстренько. Это вообще без проблем. Кенджуцу. Ниндзюцу. Это что, только отвернется, у нас противник. Хоть бы имена им какие-нибудь дали. И он еще, кстати, звук какой-то издает. Умирающий-то. Быстро, давай. Нужно быть быстрым. Так, отлично. Забрал тело. Тело забрал и быстро прячь его сюда. Черт. Все, отлично, сел. Так. Прикольно, давай щурикен сделаем. Щурикен, это круто. Отлично. Щурикенчик забрал. Он автоматически уберет, похоже, когда мы только к телу подбегаем. Смотри, там какой-то мыган бежит. Щи конкретный. Союзник. А, это наш, типа. Вот у нас остался еще один придурок здесь. Давай-ка потихонечку пойдем. Щурикеном в него бросим. Сможем в него бросить щурикеном? Вот, щурикен. Поехали. Чё? Отлично. Got it. Все, прекрасно. Прячем его тело сюда. И берем свиток. Ну что у нас здесь? Если необходимо, чтобы разные персонажи действовали одновременно, используйте режим двойника. Это что еще такое? Нажмите правый shift для перехода в режим двойника. Вы сможете назначить одно действие каждому персонажу. А, вот ничего. Нажми Enter, чтобы все назначить действия выполнить одновременно. Вот оно что. Ты прикинь, какая крутая тень. Ну вот shift у меня правый, конечно, вообще здесь не в тему. Беги сюда быстро. Можно было, кстати, чурикеном его отсюда вон с крыши снять без проблем. Так, одновременно нужно несколько человек, чтобы действовало, да? Открыть, во-первых, нужно будет сейчас... Так, а это что? Давай-ка вот сюда поставим точку обзора. Вот этот ничего не видит, смотри, он слепошарый. Он, по-моему, сюда не палит вообще. Че он там смотрит? Да, он бочки не видит, все понятно. Значит, что мы будем сейчас делать? Думай, 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 думай. Как же нам сюда проникнуть-то? Потому что вон, видимо, нужно как-то по кустам сейчас шкериться. Побежали. Быстро, быстро, быстро. Спрятался. Все, отлично. Наш первый. Можно было, кстати, назначить им одновременно передвижение. Так, все, он отвернулся. Беги сюда, беги сюда. Быстро, быстро, быстро прячься. Опа, все, спрятался. Так, нам теперь их нужно кокнуть, смотри-ка. Давай-ка потихонечку сейчас сюда будем перемещаться. Так, я вообще близко уже. Одновременно нам нужно будет сейчас... что-то он такой, смотри, заподозрил там. Ой-ой-ой, что-то он видит как будто. Что-то палит, смотри-ка, что ты палишь-то там? Так, наш вот сюда, давай, перемещайся. Ай-яй-яй-яй, прячься, прячься. Да чё ж такое-то, блин? Давай, чувак, нападай на него. Так какого хрена, блин, убили его. Эй, мне с самого начала сейчас уже... 11 минут назад сохранить. Чё ж я не сохранился-то, балда? Ух, снова мы добрались до этого момента. Пару раз мне пришлось вызвать всех стражников, которые были здесь в округе. Так, у нас вообще до 5 героев здесь, прикинь. Здесь до 5 героев мы можем здесь играть. Быстро, быстро, быстро. Самое время спрятаться в кустах. Я сохранился на всякий случай, потому что это может быть очень опасно. Наша задача сейчас их вырубить. Поэтому давайте, как у нас там, правый shift что-то мы нажимаем. Правый shift. Что? Ну, вот я нажимаю правый shift, и что? Вот, смотри. Теневой режим, запишите, сохраните следующее действие, запишите действие для нескольких персонажей, затем выполните все сохранения. Ну, вот я правый shift нажимаю, почему? Вот, теневой режим. Все, видимо, нам придется так вот вручную его активировать. Значит, к этому я подбегаю, значит, и убиваю его... Кенджуцу.
этим самым катаной, окей. А вот этим я подбегаю и убиваю его тоже катаной. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, спрячься, 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 блин, теневой режим. Должен катана его тоже убить. Все, enter. Выполняй, выполняй, да быстрее уже. Да ёшкин ты дрын. Быстрее, капец. Так, быстро, забираем. Капздец. А-а-а! Прячься быстро, прячься. Слушай, а почему они так медленно действовали-то? Капец. Ну все, короче, меня убили. Придется опять заново загружаться. Скорее всего, надо было просто подойти вплотную. Смотри, вот здесь к кустам и здесь к кустам. Ну ладно, давайте его режим активируем. Значит, это у нас выбран третий. Значит, мы его убиваем с помощью катаны. Окей. Так, дальше теневой режим мы врубаем. И выбираем первого нашего героя. И мы его тоже с помощью катаны убиваем. Окей, сейчас мы дождемся, как только этот у нас отойдет. Мы попробуем одновременно их кокнуть. Это вообще какая-то жесть. Блин, ну дом еще горит. Так, смотри, сейчас он начнет отходить в сторону. Я нажимаю Enter, и по идее должно все сработать. Вот смотри, давай, поехали. Быстро, быстро. А, есть, 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 отлично, отлично. Забирай быстро тело и прячем его. Тело спрятать, ну нормально. Слушай, ну нифига себе здесь какая тактика. Это реальная тактика здесь. Реально нужно париться очень сильно. Так, поехали наверх, может быть, заберемся мы. Полезет он по лестнице, нет? Вау! Дом ломается, тише, тише, тише. Как бы он под тобой не провалился-то. Соломенные шляпы. Соломенные шляпы — это тип врагов, устойчивых к отвлечению внимания. То есть они не порабощаются, да, этим. Они игнорируют приманки, есть подобные саке-мугены и реагируют на шум гораздо меньше. Обнаружив потенциальную угрозу, соломенные шляпы посылают на разведку обычного стражника. Смотри, там люди в соломенных шляпах. Слушай, нам еще вообще здесь очень далеко, на самом деле, проходить. Давайте здесь становимся. Реально очень затягивающая игра. Я просто не знаю, насколько вы выдержите такие серии длинные. Это была игрушка Shadow Tactics. И мы с вами сделали сегодня обзорчик небольшой. Я оставил ссылку на эту потрясающую, очень красивую, очень напряженную, скажем так, игру в описании. Вы можете быстренько перейти, конечно же, ее приобрести и самим уже осваивать все эти бесконечные, огромные уровни, населенные врагами и разными интересными скрытыми местами, в которых можно прятаться, по которым можно лазить, прятать туда трупы и также уничтожать врагов. Спасибо вам большое, что смотрели. Обязательно поддержите это видео лайками и подписывайтесь, конечно, на мой канал. С вами был Маугли, увидимся в следующем видосе. Всегда оставайтесь на высоте и покедова!